Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сейчас я в школе. И я вам покажу вашу школьную елку. Вот такая вот она, красивенькая. Это поделки, которые делали ребята сами из геометрических фигур. Давайте же посмотрим. Вот такой вот снеговичок. У него есть ручки. Он белого цвета. У него оранжевый нос. Ну, вот такой вот милый и красивый снеговичок. Вот и другие игрушки. Это свинка, а вот это елочка. Они какие-то в нитках. И они их можно жать как сквиши. В принципе, прикольные игрушки, неплохие. Что бы вам еще показать? Давайте я вам покажу этого милого папа свина. Знаете, как это сделали? Значит, взяли коробочку. Взяли эти жемчужины, обклеили вокруг, ставили туда елочку. И папа свина рядом. Все это приклеили. И вот такая вот игрушка в итоге. Ну, в принципе, неплохо. Вот такая вот игрушка, в принципе, неплохо. Следующее покажем. Тут много игрушек, да. Давайте вот это покажем, мне надо привлекать. Это какая-то игрушка. 15-пластовыми шариками, обклеенными проволоками вот таким вот, розовым. И глаза приклеили. Ну, видно, да? Эти проволоки сгибаются. У меня тоже есть такие проволоки. Это что-то как овал зеленого цвета. Это как мороженое. Какой-то шар тут. Этот шар очень тяжело делать. Он замечательно красивый. Это синий, фиолетовый и белый. А вот Тетрис, у меня тоже был такой. Ну, не Тетрис, я не знаю, как называется эта штука. Тут и зеленый, и красный, и желтый и синий. Прикольные игрушки. А теперь я вам покажу поделки, которые сделали первые классы в форме цифр. Это вот такая вот большая пятерка. Она золотого цвета, на ней девочка. Примеры. Звонок. Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5. И портфельчик. Вот он. Еще они сделали вот такую вот шестерочку. Еще делали двойку, однерки, вот такие вот красивые цифры. Вот еще цифры. Ну, эти вообще съедобные цифры я вам не советую делать, потому что их могут съесть. Вот другие тут цифры интересные. Я вам покажу, которые мне понравились. Мне понравилась вот эта пятерка. Из роз очень красивая. Еще мне понравилась вот эта работка. Красивая тоже. И мне понравилась вот эта работа. Сейчас я вам покажу еще рисунки, которые надо было нарисовать в пословицах и поговорках. Вот такая вот работа.
помогает работа. Еще там работы висят. А здесь тут тоже в пословицах и поговорках и спрятанные цифры. Здесь спрятали цифры от 1 до 9 каждый один раз. Это очень легко. Это очень легко, легко, легко. Первая, вторая, третья. Ну, вы тут сами найдете, надеюсь. Кто не найдет, то очень жалко будет. Вот восьмерка. Еще эти вот так, где черный, блин. Еще это цифра 5, 8, 1, 7, 4, 3 и 13. Здесь цифра 6, 2, 5, 3, 3, 3, 3. Вот тут очень много всяких картинок. Вот таких вот. Они замечательные.